Со священным праздником Курбанайт казахстанцев поздравил Нурсултан Назарбаев. Глава государства посетил самую крупную мечеть в стране Хазрет Султан, в которой собрались тысячи верующих. Президент страны подчеркнул, этот светлый праздник является символом добра и благодеяний. За 25 лет успешного развития Казахстана Курбанайт стал значимой датой, способствующей укреплению единства и согласия в стране. Дорогие граждане нашей страны, сегодня мусульманский мир в целом отмечает светлый праздник Курбанайт. Казахстанские мусульмане тоже отмечают этот праздник. Как вы знаете, в течение уже 10 лет Курбанайт, Рождество Христово, является нерабочим днем. Это забота государства и о исламской, и о христианской религии. Все религии призывают нас к единению, надежде, милосердию. Тот настоящий верующий, который помогает другим, тот настоящий верующий, который считает равным себе все другие религии. Поэтому единение, братство, уважение, милосердие друг к другу очень важно. В Коране сказано, если ты лежишь сытый сегодня ночью, а сосед твой голодный, ты не можешь себя считать мусульманином. Сказано, что мусульмане не делятся на группы какие-то, секты и так далее. Это тоже сказано. Самый хороший мусульманин – тот, который помогает людям, помогает обществу, помогает своей родине. Во время беседы с прихожанами глава государства отметил, что все успехи, достигнутые за годы независимости, стали возможными благодаря единству и спокойствию в нашей стране. Понятие «курбан» означает близость к Аллаху. Мы все должны правильно понимать глубинный смысл этого священного праздника. Желаю, чтобы все ваши молитвы и пожелания исполнялись. Желаю достатка каждой семье, мира и спокойствия. Спасибо.